Здравствуйте, друзья! Вы на канале «В гостях у Анушки». Сегодня я готовлю очень вкусный и простой пирог. Для его приготовления мне не потребуются весы, все ингредиенты буду измерять столовой ложкой. 3 яйца комнатной температуры помещаю в дежу миксера, добавляю щепотку соли и всыпаю 12 столовых ложек сахара. Теперь взбиваю все миксером примерно 3-4 минуты. Масса должна посветлеть и стать немного пышной. Если нет миксера, все это можно взбить и обычным ручным венчиком. Теперь сюда добавляю 12 столовых ложек молока и 12 столовых ложек растительного масла без запаха. Хорошо все перемешаю и добавляю 12 столовых ложек муки. Также добавляю 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Все хорошо перемешаю до однородности, чтобы не было комочков. Вот такой вот густоты получается тесто. По желанию сюда можно добавить цедру апельсина или лимона. Я добавлю немного ванильного сахара. Тесто сразу переливаю в подготовленную форму. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Также по желанию в пирог можно добавить любые ягоды или фрукты. У меня сегодня есть сливы, их я и добавлю. Отправляю форму в хорошо разогретую духовку до 180 градусов, выпекаю до готовности. Первые 20 минут духовку лучше не открывать. Как только пирог хорошо поднялся, подрумянился, его уже можно начинать проверять в середине пирога деревянной палочкой. Если на палочке нет следов сырого теста, пирог готов. Когда пирог немного остынет, я достаю его из формы, перекладываю на решетку и оставляю так до полного остывания. По желанию, перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю. Посмотрите, какой нежный и пышный получается пирог. Пробуйте, готовьте, друзья, я с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Желаю всем приятного аппетита, я как всегда с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много интересного и вкусного. До новых встреч!